Что за противная женщина? А ты только... 350. А ты будешь только из говядины готовить? Все, да, а, сейчас хорошо, из говядины, хорошо. Другой раз из баранины бахни, я правильно? Я думала, ты там намешаешь. Потом из курицы. Что? Думала, намешаешь, там сейчас пойдешь еще кусок свинины, еще баранины возьмешь. Что а это? Я сюда курдючка добавлю. И все? Курдюк, да. Ну там лук, зелень, специи, ножами тык-тык-тык-тык. Потом вот так вот, как ты любишь, трогай-трогай-трогай-трогай, чтоб аж вспотел и фарш, и все. Жарить не надо. Так, нормально, Сёка, ты мне бабки гони, давай. Ты. Колбасня. Что почем? 350. 350. Еще и со скидкой. Все, так, потеплело? А? Ёшкин ты кот, блин. Что ты там ругаешься? Ругаюсь? Не могу тачку достать. Понаставляю тут своего. Не своего, а нашего. Ёшкин. Понаставляю тут нашего, аккуратно там товар привезли. Чтоб теперь закрылось еще. Ты что, уже снимаешь? Как, я думал, как ты матюкаешься? Репетит. А что, я матюкался? Ну, ругался. Вырежу потом. Друзья, всем привет. С вами я, Скрипван. Привет, мои хорошие. Эх, ты, друзьяки. 2 градуса. Что? Елисей с утра сказал. Короче, очень суровая погода. Я бы спел что-то теплое, но в голову приходит что-то только такое себе. Испанское с берегов Ибицы. Ани морела эн ми корасон. О! Пошли. Так, мужчина закрыл. У нас 30 минут. Не закрыл. Сколько? 30. А, ребята, вы же видите, что у нас... коляска в машине, потому что таки наша мама отправила, как это, отпраздновала день рождения. И все, и сейчас сидит с внуками. Эх ты, красота. Так, машину закрываю. Ах ты, старый замок. Здрасте. Ох, у вас аэродром, слышишь, у меня такого нет, обалдеть. Ну, это шикарская. Шикарный вид, Катюнь. Да. Ну, у меня такое, у меня есть немножко похожее, но далеко не то. Я жил давно, да? Да? Шикардос, оно, братик. Это не, Алиночка, Ёшкин кот, посмотри, оригинал один в Одессе. Ну, да? Ну, я на Чечерина, но рынки раньше шли. Это еще во все времена? Это, да, это легенькая. А это легенькая, но у меня есть такая, я одену, короче. Я водила. Даст Бог, встретимся, все будет нормально. Я в Питер приезжал, мне говорят, продай флажку. Ага. А я в такой вышел на барахолку, мне цыган говорит, а я тебе говорю, где ты такой, брат, нашел? Они все грузины люди. Я говорю, да. Грузинская, у вас другие, это одесская фуражка наша. Все, так что, ребята, вот отсюда ноги растут. Только раньше у нас шил. 100%. 20. Ага. А может он шил там, где Алина училась тогда у портного? У маэстро Бернштейна? Ну, я не помню фамилию. У дяди Миши. Не у дяди Миши она училась. Дядя Миша, мы узнаем у Алиночки, короче. Я просто помню. Да, все. Есть. А это получается фурик. Это тоже 8 клинков. Это да, да, это именно такая липованка модель. Это Алина Маршал шьет, а она училась у маэстро Бернштейна. Здесь у нас в Одессе. А где? Скажу тебе по секрету. Да. Ну это такая шикардос. Это тоже как бы букле, видишь? Да, да, да. Это тоже модно, я знаю. Но у меня есть и такая, но у тебя именно. У тебя видно, что километрами такая прошитая. Я просто пошел на фуру работать, и там, ага, раньше начали шить фуражки. И только по блату, там бугас, Ваня говорит, иди к дяде Мише, слышу, что от меня. Да, 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 да. Ты в рынках работаешь, и он тебя пошьет фуражку. И только так. Потому что здесь, ну, шил, чтобы здесь 15 сантиметров было, чтобы она тёплая. Ну, старая, стиль. Вот. Да, это неубиваемо еще внукам останется, да, это на добрую память. Братик. Я 35 лет в морозы попадал. Все. Уши привыкают. Вот. Я сам уже он третий год хожу, и уши таки нормально, да, будут жить. Все, спасибо, братка, взаимно. Алиночка, расскажите, вы у дяди Миши учились? Ага. На новом рынке. Ты расскажи эту по-любому историю, кто не знает. Ты помнишь, как Алина рассказывала? А сегодня к нам Алина придет в гости. Ага, и мы ее попросим. Да, это будет на другое видео попадет, но снимем его тоже сегодня. Там она не одна придет с уважаемыми людьми. Короче, настоящие друзья заедут такие к нам в гости и поговорим за это дело. Не забудь поинтересоваться. Так это ты не забудь спросить. Я когда вижу Алину, у меня, Олег, извини, короче, все забывается. Ну, такой человек. Да иди уже, Сережка, у нас 30 минут, пока Миланя кушать не заходит. Ты подожди, я замерз. Варежки себе взял. У меня уши не... А ты позаботился? У меня уши... Шушо? Варежки мне взял. У меня же ручки вон. У тебя лохматка тебя должна греть, слышишь? А ты что с ней делаешь? Жуешь ее, что ли? Нет. А? Висит тебе. Я единственный, кто в Одессе будет, кто... Пылинки с нее сдавать. Не-не, кто лохмат... Кто твою лохматку в барбершоп отведет, слышишь? Здрасте, что там интересного пишут?
А? Холодно. Так, новости. Хрен новости. Но это не про нас, у нас хорошие новости. Что почем, Катюня? Давай маме что-то возьмем сразу же. Ты хотела что, цветную капусту? Цветную капусту. О. Побольше можно. Только так хорошую. Слушай, там можно взять полторы, посмотри. Давай, возьми да? полторы. А ты сразу нам говори, почем цены? 40 редисочка почем сегодня такая? 50. 50. Оператора радость, вот эта вот любимая, почем? Кафе 120. Катюня? Да. Ты что, а огурцы почем? 80. Так, давай, предлагаю возьми тебе огурцами мне, пожалуйста, ровно 3 огурчика домой. Ай, не морелли, не ми курасон. Давай, сегодня послушай, таких потому что... Таких можно 4. О, ты видишь, какая ты нестабильная. Так я тебе самые упругие выбрал. Давай, 3 перчика возьми. С пупырышками. Вот эти нет, вот? 4 давай. Красивые. За 470 грамм на 38. Это вы уж там сами фиксируете. Договорились. Так. Авокадо, скажи мне, ты выберешь мне? А что мы сейчас попросим? А дай нам именно такое, чтобы было то, что доктор прописал. Вот там, авокадо. Под шкурой. Да, да, да. Именно сразу. Ну прям не сразу. Ну не темный, не зеленый. Ну хорошо. А сколько дней тебе надо есть? Каждый день я кушаю себе. Ты что-то там столько нету? Нет, мне нужно 3 штучки, но хорошие. Все, 3. Сильно мягкий? О, шикардос. А есть секрет, я тебе сейчас покажу, короче, на нашем. Ребята, если те, кто не знает, короче, на этого делать не разрешено. Смотри, приоткрываешь вот так вот и заглядываешь. Угу. Шикарный вид. Все, и запечатываешь обратно. Это хорошо. А если там темное, вот здесь, вот, понимаешь, под шляпой, то и под всей головкой будет не фонтан. Все, кидай. Я уже отсюда вижу, что шикардос. Красивые такие. Так, и, так. Какие листики? Листики красивые. Вот то шпинат, что это? Вот это вот? Да. Вот что-то за лопухи. Ромен. О, вот ромен. Давайте мне ромен. Даю. Так я и песню сегодня пел. Ани Морелла, дай мне ромен. Все, так, достаточно. Порядочек. Ромен 470 грамм на 41. Есть. Катюня, что? Возьми маме укроп петрушку. Укроп петрушка. А шпинат есть? И штучки, смотря какие, покажите шпинатики. Чуть меньше ромена вижу. Да, там бэбик сегодня. Ух, Рапыча, сколько вам щипало? Ох ты что, ёлки-палки. Ой, нет, совсем маленький. Да нет, вот это, нормально. Вот сколько отщипнуло, да, шикардос. Петрович. Вот, Петровича столько хватит. Зелень на 28. А зелень почем? 15 за 100 грамм. Правильно. 150 килограмм. Сереж, и... Тоже правильно. Все, и бэбиков. А покажи пучочек. Бэбики почем? 4. Давайте 3 бэбика. 10 гривен, сколько тебе? 3. Там уже по 4 давайте... берем. Ну хорошо, и 2 мне возьми. Так, маме 3, тебе 2? Да. Итого 5. Только надо отдельно положить. Хорошо, 4 и 1 в сторону? Нет, 3 и 2. Ага. 3 и 2, сама разберешься, что кому. Кинза тебе нужна? Не, боюсь, что испортится, холодильники не работают. Так, сельдерей мне не надо, все, не болит у меня пока ничего. Не болит пока. Слава богу. Но по 70, тебе по 70 гривен, если что есть. Ты так здоровый, сильный, спину я тебе натру чем-нибудь, уже третий день натираю. Тю! Короче, не трет она, ты понял? Я утром просыпаюсь и за голову, и за поясницу хватаюсь, говорю, ты что, опять забыла? Она говорит, ну таки да. Ничего вы знаете. Так как ничего? Ничего мне хорошего. Же ее на руках носить, елки-палки. Поэтому и не ношу. Бери пакетики и сразу же в машину беги. А я тут рассчитаюсь пока. Хорошо. А, я думал гривен. А денег сколько? Чуть меньше? 461. Да, за 3000 кульков 450 со скидкой, да? Иди давай. Или это я иди давай. А, весы контрольные есть? А взвешивать нечего. Ну? Да тут не дурят, они не надо. Проржавеют и не пригодятся. Гриша, здрасте, доброе утро. Здрасте. Салют. А где самая красивая, недорогая? О, маме вот такая, да, нравится, лимонка? Самая красивая. Все, кидай на веса. А ну-ка я тут придержу, тихо. Аж трещит какая. Тебе без хорошая. Лифта нести, ты помнишь, Сережка? Что? Без лифта нести. А я в тот мамин лифт не пойду, даже если он работать будет. Ну его в баню. 115. А, она еще просила яблоки детям. Тоже мешок? Ну нет, такие... А так возьми сразу, чтобы я унес. Гриша, сейчас 115, ты отдай человеку деньги. Ты сейчас уйдешь, как обычно, и потом да, как ищи обычно. Тебя. По ресторанам, по ресторанам. Ангара, там цыгане. И что бы ты ни делал, выбирай. И сдачу я тебе не отдавай. Так. Да-да-да-да-да-да-да-да. А, на яблоке. А тут сильно крупный, Серёж. Мама любит помелче. Спасибо огромное. Да я для мамы укатаю. Не надо и меленькое.
Какие помельче? Здрасте. Здрасте. Смотри, вот мамина любимая. По 10. Ну, не знаю. Что? Чем чемпион по 12? Вот Флорина есть тоже, можно небольшую выбрать. Чего ты? Флорина мягкая летит? Ну давай вот эту Флорину. Мама же не марабельку любит. Не марабельку. Просто яблочко маленькое, да? Так, давай я беру. Что, Флорину брать, Катюш? Да, возьмите. Вам дать возьмите. Ани Морелен Микурасон. Скажи, может, разных на выбирать, а не все в одну цену? Что? Ёшкин кот, давай. Пригодится, блин. А я смотрю, бесплатно чего нет. Раздавай не хочу. Так, парочку таких. Что, по 15, да? Вот черного принца. Гуляй, рука. Тут этих пару, они потом мягкими станут. Ну, скажешь маме, что здесь надо выбирать и в первую очередь что-то такие кушать. Так. О, Фуджи. А, давайте. А вот цена интересная, да. Да вот еще одно кидайте, потому что, чтоб не треснул. Что, совсем по-другому, да? Вот тебе фильмоскоп, что со мной делает. 46. Может, яблочко дадите, это без дачи будет? Давайте. Давайте, он любое на ваше что, усмотрение, чтобы... Нормально. Нормально, согласен. Все, спасибо огромное. Погнал я, где Гриша моя? Картошка, бачу, вижу. Так, сейчас. Ну ты иди. Давай, заноси, я да? опять иду, слышишь? Вот так вот, короче, и работаем. Не-не. Может, та... и тачка не пригодится, Сережка? Я сегодня тачку просто выгуливаю, понял? Достал уже два раза в машину, иду еще ни разу. Стой на месте. Посмотрите, он еще и покурить успевает. Что, Сережка, и покурить еще успеваешь, да? Да не снимай, я это все равно вырежу. Не вырежешь. Как это? Ну как это? Вот так. Я монтажер, да дай покурить губами спокойно, что ты тоже мне туда. Снимай он картошку, не меня. Бессовестно. Пойду картошку. Скажи снимать. Мне, ты же этот. Что? Ну, нам же ничего не надо, мы сегодня для мамы стараемся, да? Ну. Не, нам надо, чтобы у мамы был полный порядок. А соответственно. Тогда и нам что-то надо. Ты помнишь, как мы здесь мандарины пробовали, какие были? Да. С Измира. Ой, остались. Возьми еще. Возьми мне киви штучек. Есть обычный, есть какой ты хочешь. Какой есть? Не, мне вот такой обычный штучек. А что, чем тебя голд не устраивает? Да не ты надо. Возьми, я никогда не пробовал. Я такой. Не бесподобна, она вкусная. Сильно сладкий, а внутри жидкий. Обычный сколько стоит? Обычный стоит 100 гривен. А голд? 350. Да не, необычный. Короче, понятно. Тот со шкуркой едят, а этот возьми можно и почистить. Возьми мне, выбери штучек 5. Сейчас, брось свою цигарку, соску, Сережка, елки-палки. 2 секунды, 5 минут. По деньги стоит. Потом докурю. Да бросать надо курить это. Согласен. Хотя лучше не бросать. Так. Ты пару раз бросал, но его в баню. А чего, по правде? Да злой такой ужас. Да неправда. Пусть лучше курит, все, достаточно. Да она вам что-то рассказывает. Сережа. Вот так вот, 4, еще один. Давай с Измира возьмем чего-нибудь. О, тебе давайте. Нести тоже, имей в виду. Хорошо. Тоже у тебя маме? Есть мандарины дома? Целая миска. Я в тот раз запомнил, так что... Ты помнишь, что дома я когда монтировал мандарины? Видео, и думаю, что ж мы не взяли, елки-палки. Попробовали. Я говорю, что у тебя дома есть мандарины, мандарин. Ты помнишь? Мандарин 100 гривен, 5 подобных. Хурма 85. Катюня, сегодня 1 декабря, с чем я вас и поздравляю, так что с наступающим. Это у нас генеральная репетиция перед Новым годом. А это я тебе сейчас скажу, почему я так делаю. Делаешь вид, что ты меня не слушаешь? Нет, я делаю вид, что я тебя слушаю. Это я как перед днем рождения репетировал пиво за неделю, помнишь? Ага. Опача! Тихо, что-то улетело. Ветер подул. Мусорник на базу. Вот настанет Новый год, ага. Вот я 7 есть мандарины. А на утро пожелтею и меня посыпет, понимаешь? Потому что не подготовленный. А я вот заблаговременно по чуть-чуть, понемножечку так приведу свой организм в порядок. Что? Я не против, главное, чтобы не портились только, понимаешь? Фу. А, так не переживай ты, да. 26. Даю. А манго какой, Катюня. Возьми. Почем? Смотри себе, дорогая. Вот тут в чулке, тут, наверное, как вот тот киви. Да. Это королевский, она 200 гривен. Ага. Вот давайте тот менее сексуальный, но очень вкусный, 2 штуки.
Он будет твердый такой, да? Эй, нормальный будет, не переживай. Давайте послушайте уважаемого человека. Кого, тебя, что ли? Нас, мадам, елки-палки. Может, там мы еще такое сделаем? По 180. Не-не-не. Я такие в Турции с дерева рвал. У меня руки замерзли. У тебя-то все равно не хватит. 420. Давай, деньги. Холодно, поэтому сократим путь, хорошо? Отгадай, в какой руке? В правой. Не отгадала. Мадам угостила корольком, сказала бесподобный фрукт. Ага, сочный, мощный, сладкий, ну тебе нельзя, у тебя же диета. Ха-ха-ха-ха, нормально устроился я. Блин, тачка моей мечты. О, бери, вернешь потом. Ага. Сэкономишь на слышишь, а это копытных. Не ряд, а огород какой-то. Да? Скажи, что нам мы вроде бы все взяли. Там ослепительно красиво, туда хоть не ходи, потому что что? Не хватит денег на то, что запланировал. А что у нас в планах? О! Здрасте. Рецепт Здрасте. Созрел, слышишь? Идем. Далеко? Бахнем сейчас чисто зимнее блюдо. Знаешь, какое? Какое? Люля-кебаб. Очень зимний. Мясо моей мечты. А что ты, жирненькая? Сейчас сделаем, купим кусочек говядины. Что там? Курдючок у меня лежит. Ага. И на ножах быстренько побацаем. Маме капуста не нужна? Капуста, наверное, нужна. Ну так давай. Маме тем более обязательно. Какую, побольше головочку? Не, среднюю, Сереженька. Такую. Братик, а ты по телефону или это мне, да? Вам говорю, что там на 7, а что маме есть. Да нет, давай хотя бы вот это с двушки начнем или сколько здесь. У нас мама интересная, но... 32-30. Все, любит поменьше, все. Так, для мамы я рассчитываюсь. 32-30. Хотел дать без значи, будет вот так вот. Все. Порядочек. Договорились. Все, как ты любишь. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибочки. Ну правильно, а что ж, елки-палки. Такое же нигде не встретишь. Здрасте, здрасте. Согласен. Что там, пирамиды Хеопса? Угу. И ты, как всегда, как это, Пенелопа египетская. Выжигаешь тут. Слышь, а перец не переведется. Посмотри, еще упругие, еще мощнее, еще вкуснее. Фихуа. Ой, кишмиш мой любимый. Тебе нужно? Будешь брать? Да я еще чуть-чуть тот не доел. Ну хорошо, тогда доешь потом. Ну попадется красивенький, так возьмем. Так что ты там за рецепт пел, любимый? Я пел за рецепт. Сейчас пойдем туда к ребятам и возьмем какой-то себе не очень вкусный кусочек говядины и доведем его до путя. Сделаем на ножах рубленых, как мы с Маратом котлет рубили. Угу. Люля-кебаб. Чисто пару-тройку, 4-5 колбасочек. А Марата будешь приглашать? Обязательно. Так у меня завтра день очень активный. А кому это надо, кроме меня? Ну, я тебя предупреждаю. А что за день, я не помню. Пятница. Развратница? Что, опять в сауну собралась? Да, да, Сережка. С мужиками. Так мы вам люля с собой дадим, елки-палки. Здравствуйте, доброе утро. И мы вас, да. Люля или люлей? И то, и другое. Что это? Любовь твоя, рыба. Да, тут кефаль перенагасы переводится. Шикарнит. Катюня, идем дальше. А ты мне сказал, кусочек не здесь рыбы? Посмотрим там. Идем к Наташе, зайдем, там же есть, мы, если не ошибаюсь, мы ни разу не заходили, тут же тоже рыбой торгуют. Рыбой. Скажи мне, а ты там брынзу брала у ребят, какой-то сумасшедший ассортимент, тебе понравилось? Ты знаешь, брынза вкусная была. Тебе надо кусочек? Можем маме взять кусочек брынзы. Давай. Такой-то новый, я раньше не помню. А они только, видно, открыли. Что там? Без эко-милк, правильно читаю? Ну, что-то такое, да.
Здравствуйте, утро доброе. А у вас тут правда самая экологическая бренза в Одессе? Да, есть. Ёшкин ты кот, и что он большими буквами? Творог коровичий. Это творог в таком? Да. И как он? Закатанный в брынзу. Жирный? Достала и разломила. 11% а? 11% себе и всего. Взять попробовать? Она у меня начала в спортзал ходить и все. Хана холодильнику называется. Нечего поесть. Ну давай попробуем. Одна брынза. Ну что, бери. Один творог. А что, это у вас хозяйство свое такое, да? Ну да. У нас небольшой цех, но в Одессе мы делаем все в Одессе. А, ты что, да. Чисто одесский продукт. Давай да, тогда по-любому. Молочко ушло, а постеризуем сами. Угу, красавцы. Вижу, понял. Ну, что, ты себе творог взяла? Один брынзу. Творог, одну, две брынзы. Две брынзы, да? Да. Ну да, мы сегодня едем, а мы стараемся. Сметанку вот еще. Здесь. Сметанку хочешь? Нет, у меня греческий йогурт здесь нет. Все, тогда все, да? Да. Сейчас я вам посчитаю. А что, почем брынза? Вот так вот? 69 или 69? Слышишь, как не крутится, она одинаковая, да? Это творог. А, извини. Брынза 78, а творог 69? Это за кусочек 195. Килограмм сколько? 195. Килограмм 195. А, Сережа, вот я вот это хочу. Что это? А моцарелла вкусная? Моцарелла, да. Ой, а вот эти большие бурата. Бурата? Вкусная? Ты что, это же как это? Так, а давайте напробуем мне одну штучку. Ёлки-палки, ты точно я короче, в сауну расскажу, собралась. Это же, это же из яиц быка, ёлки-палки. Но брынза мне понравилась, хорошая. Что-то что? Все. Все. 300 гривен ровно. 300 гривен ровно. Оператор, передай денег. Передам. Я передам. Катюня, давай. А, я хотел сказать без дачи. Не, вот так вот. Ну, для тебя без дачи. Вот, спасибо огромное. Ты что, вот молодцы, ребята. Чисто одесский продукт. Из наших одесских продуктов. Спасибо вам огромное. Давайте. Замечательных продаж и великолепных вам людей, друзей, да, чтоб Боженька посылал. Все, спасибо, погнали. За мясом. Идем к пацанам, поздоровкаемся. Что ты там ходишь? Ну пошли, поздоровкаемся, поехали уже. Там же Милане. Слышь, у меня от твоих сдач уже карман рвется. Наконец-то. Накальдовал? Все, идите в баню, короче. Куда там, в сауну? А мы с Маратиком придумаем, что делать. Бабки есть, все будет нормально. И что вы так тихо сегодня работаете? Я только за вас подумал. Здрасте. А вот не может Салют. Быть такого. Ты что, перчатку вообще никогда не снимаешь? Ёлки-палки. Приросла. Красавчик. Вот это вы баррикады себе забаррикадировали утками. Елки ты палки, сколько же у вас тебе их есть. Тебе яички сегодня надо. А, яички мне сегодня, оказывается, надо. Что, как всегда, завернем, а потом заберем? Да, один и один. Короче, два. По одному. Лотка. Два лотка по одному. Хорошо. Давай все, Катюня, покажи этот блеск, да, и мы погнали дальше, к вам вернемся, потому что что-то мы еще хотим людям показать. Да, я знаю, что у вас, как всегда, не все у вас. Целый индюк. А что, Саня не май сегодня? Некому разбирать? Нет, сегодня выходной. Саня? Если что, он подсобит. Он побоялся сегодня выходить, думает, опять придется вам ляжки раздевать? Да, да, да. Вот что у нас с той шаурмой получилось, это просто very good. Так что индюк у вас есть, сковородку, если что, он дам погонять. Приходите. Рецепт на канале, да, кайфанете. Ребята, до скорых. Катюня? А. У тебя там все нормально? Нормально, Сережа. Ну, одинаково? Ну, тебе-то если... это не знать, как-то стыдно вообще-то. Ну, это мне кажется, спросить, мне кажется одна чуть-чуть легче. Идем дольем. Здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Что там, Махмуд смотрел видео? Да, вам тоже большой привет. Махмуд, салам алейкум, брат, так что все нормально. Да, да, да. Эх ты, спасибо. Мы к вам, как всегда, мы собрались уже печь скоро штолины. Правильно? Ага. Штолен или штолен? Как короче, вот нравится. Этот кекс рождественский, так что да. Все будет нормально. Да. Зайдем к вам, чуть позже наберем весь хорошо. Этот ассортимент, что сейчас надо. Ну, а нам, как всегда, дайте для удоя, потому что я на там самом очень деле... очень много кто спрашивает, Сережа. Я знаю, что очень много кто спрашивает. А куда ты столько набираешь? А потому что дома закончилось. Фенхель, тмин. Да. Ты ж пьешь... Да, это ты ж завариваешь, потому я не знаю, закончилось. Что та буренка, елки-палки. Я не буренка, мне не нравится. Я по-доброму. Буренка. Хрустящие. И укроп. Эй, не надо, ей нельзя. И укропчика, дайте нам парочку упаковочек. Так, дай упаковку. Боже мой, как пахнет, ёшкин кот. Пахнет, да? Ага. Прям слушай, как будто бы горчичка мне нужна. Горчица. В бубочках. Есть еще и черная.
А, давайте вот так вот и вот так вот. Я к вам захожу, у меня сразу 4, 5, 8, а может больше рецептов в голове уже сразу зреет. Ну, иду дальше и забываю сразу. Давайте. А это будет мне напоминание. В пакет полез, горчица. О! А здесь... Что здесь? Слышишь, а в люля-кебаб никто горчицу не добавлял? Сереж, давай без изощрений. Вон, возьми люля-кебаб себе какой-нибудь соус. Хотя у меня есть. У меня есть и аджики, и ткемали, да, из Грузии, откуда угодно, и что? Все. Рассчитываемся и поехали. Давайте говорите, сколько нам денег надо... 200. Отдать. Давай, все там есть. А лучше 300. Потому что рифма сразу хорошая. Что там у тебя? Как у тракториста. Три этих самых карманчика. Это как банковский этот, ты поняла? Вот и тут поскладывала, Сережка. А что, только на базар вышли, слушай, она меня разоружает, елки-палки. Давайте мелкими. Я детям на конфеты берегу, если что, а ты меня, Катюша, вот это вот расчехляешь. Давайте мелкими, вот так вот. Пригодится. А, конечно. Вот это я вам здесь поколедовал только что. Да. Так, надо собрать, пригодится. Спасибо. И вам огромное. Без коляски? Бабушку сегодня... оставили на полчаса. Татьяна Михайловна, ай, персик, а не человек. Не, оставила, как это, сказала, ребята, вот дом, вот порог, идите отсюда, я побуду с внуками сама. Как Шкотя поживает? Какой именно? Которого лечили. А, Беня? Да. Слава богу, потихонечку, все нормально. Но у нас есть Моня. Я говорю, один в Одессе такой, хулиган такой, что просто пипец. Он такой чебучит. Ну, чисто рыжая чучело его называют. Любя, конечно. Да. Спасибо, до свидания. До свидания, спасибо. Все. Махмуду еще раз привет. Пошли. Короче, Моня еще тот кот с яйцами нам достался. Я говорю, наверное, у Ани, у которой мы брали котят, за весь выводок такого не было. Ну, чистый дикарь. Наглый. Знай свое, короче... Я его люблю, ну такое. Не слушается он Сережку. Единственный, да, кто не слушается. Ага. Я ему Моня, он мне разговорчивый. Слышишь, весь меня, ты понимаешь? Балакучий. Так, что, мясо, рыба и бегом маму спасать. Бегом, Сережа. Гоп, стоп, мы подошли из-за угла. Ого, вы тут уже. Гоп, стоп, на кое. Здорово. А я вам песни пою. Оставь покурить. Ладно, у меня есть. Катюня? Так, быстренько взял колбаску и побежали. Все, валим. А что у вас с колбаской? Бери, а, вот вижу, эту, есть, которая, да? Тебе вот это вкуснее будет. Да я хочу маме кусочек. Давай маме кусочек такой. Русланчик, а дай вот самый вкусный, да, вот именно, ну, вот весь кусочек маме отдавай. Мне кажется... Есть? Да, а чего нет? Немного маме будет. А мне сардельки штучки 4 с улянкой, а все? Лучше 6, а может 8 на 2 раза. Давай 8 сарделек. А колбаски тебе не надо? Пусть разрежет наполовину. Возьми половину себе, половину маме. Это да много. Давай, ну что, ты маме много? Ну, мне кажется, да. Возьми. Наполовину, да, да, да. Все, ладно, тогда договорились. Просто я люблю, чтобы у мамы было, а Катя говорит, что мама любит, чтобы у нее было свежее, понимаешь? Вкуснее будет. Вот натура у меня такая. Та сейчас-то в квартире прохладно, что... Хочется открыть холодильник, погреться, да. Мы приходим, первые полчаса не раздеваемся. Потом сразу переодеваемся. Потом под одеяло. И нормально все. Котами укутался и полный шикардос. Та-да-да-да-да-дай-дай. Та-да-да-да-да-дай. А? И что, никогда не будет уже? Нет, сегодня будет. А, нет, тогда... тебе как раз 8 штук. Да, мне 8 штучек хватит. Четыре, мне 4 Ульяне, у Елисея не ест, а Кате нельзя, поэтому... Сегодня разорвали. А я стоял там со стороны, ждал, когда у вас очередь закончится. О. А то как подойдешь, о, она снимает. Товарищи, которые в телевизоре. Здравствуйте, да. Одесса. Одесса, мамочка, мам, да. В телевизоре, теперь мы все в телевизоре, а, да. А, без коляски? Вот она. А там? А, елки-палки. Вон там, пойдите там, ссора, пойдите там, снимите. Бабка обдурила... Мужчина. Мужчина говорит, зачем ты обдурила мне? Ты мне скажи, я тебе так дам. Таскает, дает десятку, она убегает. Ну, это схамы. По-разному бывает, да, да. Так что, дай бог, чтобы ни с кем такого не приключалось. Что почем? 350. Что почем? 350. Приходите, у нас такой борщ, ой-ой-ой. Да я знаю. Вы же знаете, что. Конечно, и жена у вас хорошая. Интересно, да. Особенно, как только вы появляетесь, мне ее голос нравится. Она... Сережка, что там достает? А многие говорят, что ржет, как конь. Я говорю, да ладно, елки-палки. Не обманывайте, жена, да, вас вообще
Очень вкусно смеется. Так, 300 ты говоришь? 50. Все. Хватило. Катюня. И закончилось, да? Рано я радовался. Понял, мы только вышли, короче, на базар. Я ей пару раздачи не отдал. Думаю, все нормально. С Маратом на пиво есть, оказывается. Все, Марат, отбой, куда мы там с тобой собрались идти. Одолжи денег. Дай человеку 50 гривен хотя бы надо отдать. Нет, давай другой раз. Ёшкин кот. Гай-гуй, братцы, давай, счастливо, спасибо, спасибо, будь здоров. Брум-брум-брум-брум-брум, на дыбак. Что там, твой мясом торгуется нормально? Пойду потрогаю его за филе. Идем. Сережа, у тебя 5 минут осталось по моему будильнику. Здрасте. Здравствуйте. Ты меня этими будильниками напомнить не бери, елки-палки. Ай, гамарджоба геноцвали, здрасте. Елки ты палки, ты что? Здравствуйте, здрасте. Да оставь ты в покое, ты же в нарядном. Здоровенький был. Привет. Заза, тут надо, когда заходишь, лизинку включать. Дай. Все, я понял. Заза, в следующий раз тебе на коне надо заезжать сюда. Да. Я штанкуюсь для тебя. Шо, Катюня, давай тогда здесь возьмем, далеко и ходить не будем. Здрасте, доброе утро. А нам надо что-то такое подешевле, но очень вкусное. На люля-кебаб. Шеечку. Все, вот ее... Правильно? Да. На ты люля. Мне сказал, что будет маленький на кусочек, да. Сережа. На люля, да, шея вообще классная. Сережа, он мне сказал, ты сказал, ты такая, что маленький. Не слушайте ее, потому что я говорю, а у нее деньги. А маме твоей кусочек нет, дай. Сейчас не нужно ей мясо. А? Не работает холодильник, мясо не нужно. Я маме дам уже готовым люля-кебабом. Что за противная женщина? А ты только, 350. А ты будешь только из говядины готовить? Все, да, а, сейчас хорошо, из говядины, хорошо. Другой раз из баранины бахнет, правильно? Я думала, ты там намешаешь потом из курицы. Что? Думала, намешаешь, там сейчас пойдешь еще кусок свинины, еще баранины возьмешь. Что а это? Я сюда курдючка добавлю. И все? Курдюк, да, ну там лук, зелень, специи, ножами тык-тык-тык-тык. Потом вот так вот, как ты любишь, трогай, чтоб аж вспотел. И фарш, и все. Жарить не надо. Так, нормально, сколько? Ты мне бабки гони, давай. Ты. Колбасня. Что почем? 350. Еще и со скидкой. Все, так, потеплело? А? На. Давай. Так, я уже не помню, что у нас там снизу. Кажется, твои киви. Не, киви вычерпайте. Да, надо вынимать. А я все пихай. А и манго. Волосатая радость, елки-палки. Так, мы-то купили, надо... О! Нормальный ход. Почем хоть мясо в Одессе сегодня? Цена упала, поднялась, что там скоро Новый год, так что... Свинина уже поднялась, цена 180. 180. 170 лопатка, 200 шея, 200... Вот. Говядина как было. 180, 160. 160. Великолепно. Пошли, ну что? Кусочек рыбы возьми, пожалуйста. Кого? Кусочек рыбы. Ну, я, видите, мясом люляхой, короче, заманиваю, а ей рыбу подавай. Все, хорошего дня. До новых встреч, да, с наступающим Новым годом, да. Не за горами, да, через месяц. Да. Да. Ничего страшного. Здрасте, что почем сало? Салко. Ну, то такое, чисто такое. Такое, да. О, есть хорошее. Ох, ты что? 250. Катюня, здесь только за цвет надо отдать 200, понимаешь? Да. И 50, и 50 гривен сала, елки-палки. Там солярий. Все, спасибо. Спасибо. Дай. А Женя там вышивает. Здрасте. Здрасте. Взяли, мы уже умудрились. Салют. Человек-маэстро, я иду и слышу твою музыку аж оттуда, короче. Ёшкин кот! Все, нафиг люля-кебаб. Хочу стейк вот такой на гриле пожарить. Красавчик. Сек. Ты шо? Пах. И на паху. И готово, да? Ну это у меня, подожди, это фантазия, но я уже знаю, что буду. Блин, а это что за мраморное? Это стейк. Самый настоящий рибай? А ну, Сереж. А ну-ка. А, ох ты что, Катюша, прямо тебе мастерская по приготовлению рибоев. Точно можно взять и добавить, если надо. Эй, подари, это когда это у меня говядина? День рождения, подари мне блокнот, мне надо записывать график своих дел. Это говядина?
Это говядина чистой воды шикардос, ты понимаешь? На нашем сабере. Шмяк, 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 шмяк. Все. Оно не будет жестким? Это? Ты что? Ну, я предлагаю тебе после люля. Мне говядину можно. Возьми мне кусочек. Без видео пожаришь. Один тебе хватит этот? Чисто на пробу. Там у него уже лежит самый мраморный кусочек. Это нам с тобой хватит. Мне просто много, так нельзя. Возьми, ты просто без видео пожаришь. Вот такой, да. Это я чисто именно оператора побаловать, по губам помазать. Потому что я себе взял кусочек говядины, хочу с Маратом люля жахнуть. 195, 190. Все. Это будет мой ужин. Сама сегодня. Давай деньги. Хороший ты себе ужин забабахала. Это диета у нее такая. Не успеваю работать на эту диету. Давай, давай, жизнь такая. Катюня, особо опасный участок. Вот просто дай людям поблестеть и все. И все, да? И долго останавливаться нельзя, иначе угу. Плакала твоя рыба. Пожалуйста. Здрасте. Здравствуйте. Здрасте, здрасте, здрасте. Тебе нельзя. Пошли. Пробуйте, приходите. Сюда все свеженько. Картина маслом. Что ты потеряла? Кто-то звонит. Подождешь? Эй, подожду. Катюня, спагетти надо тебе? Наши одесские, посмотри. С водорослей черноморских. Эх ты. В которых тюлька купалась. Не надо? А яблоки моченые, а? Я уже огурчик взяла. Капуста на сиси прикладывать. На сиси свежую прикладывать. Тебе не надо? А я вот, можно с пупырышками этот себе там? Можно, несколько можно. Да ты ж не-не. А? Шоумен, ну тебе надо работать, не снимать. Молодец. Мы восхищаемся. Молодец. Спасибо огромное. Я не работаю, я для души, понимаете? И самое главное у нас на канале – это хорошее настроение. Катя, вот, тебе дома не скучно? Вот ох уж точно, что не скучно. Ай, брат, салют, дорогой. Я вас приветствую. Всесторонний рад. Привет, родненький. Как дела? Слава Богу, потихонечку. А огурцы ем, хочешь? Но уже нема. Но могу договориться. Вот стакан шикарного вина, то что надо. Ой, спасибо вам за добрые слова. Стараемся, потому что в Одессе по-другому нельзя, правильно? Молодцы, молодцы. Нам некогда грустить, погнали. Дальше. Все, вам хорошего дня, всего замечательного. Доброго, спасибо большое. Спасибо. Ой. Ты что, смотри. Размер, что у тебя огурцы только что я пробовал. Пробуйте виноградник. А мы не пробуем, мы сразу покупаем. Цена одна, дайте нам гроночку. Это какой, как называется? Извините, я помню, но думаю, может вы забыли. Так. Да. Так что, как мамы, я говорю, садитесь, 5, все нормально. Или ты себе? Я возьму вот себе нам немножко и еще один кулечек для мамы. Маме, наверное, вот такой только чок. Опа. Да. Не поймал. Чего ты? И маме давай вот такой вот пальчик этот возьмем. Хорошо. Немножко. Хорошо. Там же мама, а еще и прабабушка, понимаете, она что же любит. И еще одну черненькую возьми. Давайте. Тишка мне ходила. Вот тогда еще вот одну. Хорошо. Все. Потому что для мамы можно, для мамы нужно. Это мама Катина или вы были поехать? У нас одна мама на двоих, так что. Молодец. У меня, я с бабушкой вырос, так что все нормально. И к мамам отношусь, снимаю шляпу мамочки, чтобы они были здоровы, даже вот это вот как это. Это лысина блестит для вас, чтобы они были здоровы. Да, да, так что я. Все для мам. Ну и для бабушек, для мам. Деньги давай, мама. Что, игруши не надо, да? Да уже ничего не надо, я уже начинаю волноваться. А, тут же есть для нормальных заезд. О, Господи, а я за тобой как дурак иду. А что-то в этом есть, слушай, в этой фразе. Что, как дурак или иду? Идем к Наташе поздороваемся. Смотри, ах вот откуда рыба. Из брикетов. Наталочка, привет. Здравствуйте. Как жизнь молодая? Ты что, елки, посмотри, у человека из карпа караси вываливаются, ты понимаешь? Вот это у тебя клюет. У нас есть карась дома? Да есть у нас. Я же был у Наташи вчера, позавчера, так что я взял так, что есть, все нормально. Что почем карась? 70. А карапчук? Есть по 100, есть по 80 и по 70. 187. Судачок? 180-150. 180-150. Амурчик? Есть тяна, есть
Кифалька 170. А я не для себя, а для людей интересуюсь. А кифалька какая красивая, почем? А глосик? 150. А это? Да я понял, говорю, шедевр, ты посмотри, только такой только у тебя есть, больше в Одессе нема нигде. Да ты что, можно жить, оказывается. Да рада не наша, даже не буду интересоваться, что тебе, дать голову покусать? Смотри, иди, зубы как у тебя. Ты бач? Ты думаешь? Ребята, у тех, кто не видел оператора, вот она, короче, голова чуть-чуть красивее. Но самая любимая. Я не знаю, это комплимент или да, ты меня как-то подколоть хочешь? Так, что, ладно, на этой вот теплой ноте как-то можно и руками помахать, правильно? Потому что на улице невозможно сегодня. Ага. Друзья, от всей души, с хорошим настроением для вас. Сегодня вы ходили, покупали для мамы. Ну, оператор и я, получается, да? Одесский Липан. Всем пока-пока. Чао.